Суздальское среднее профессионально-техническое училище, старейшее во Владимирской области по подготовке механизаторов для сельского хозяйства. Нынче ему исполнилось 50 лет. В торжественной линейке по случаю начала нового учебного года приняли участие почетные гости. Первым уроком был ленинский. Его провел первый секретарь Владимирского обкома партии Ратмир Степанович Бобовиков. В постановлении Центрального комитета КПСС о дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи отмечается, в частности, весомый вклад комсомола преобразования российского нечерноземья. Есть в этом важном деле и доля участия воспитанников училища. За полвека здесь подготовлено более 30 тысяч специалистов широкого профиля для работы в сельском хозяйстве. Теоретические занятия тесно увязаны с практикой. В распоряжении учащихся производственные мастерские, лаборатории, более 500 гектаров учебных полей. Пройдет немного времени, и эти ребята уверенно выведут свои тракторы и комбайны на поля совхозов и колхозов Нечерноземья.